Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Сегодня у нас четверг. Мы выбрались в магазин Костко. Погода прекрасная, у нас теплеет. Температура 19 градусов. И по ощущениям, в общем, уже даже я бы сказал, что и больше 20. Да не холод. Но это чуть-чуть такой ветерок весенний. Ну что, гонимся в Костко? Пошли? Пойдем. Крошка моя. Ну или давай тут. Ну, как видите, мы уже в Костко. Тут какие-то вот тортики на распродаже сейчас стоят. Давай покажем вот эти вот, я не знаю, как это сказать, это типа, наверное, получается как давай витамины. Покажем. Да, не витамины, витамины идут. Короче, это, наверное, БАДы, по-русски говоря, для того, чтобы улучшить... Нет, мультивитаминный комплекс. Ну, витамины тоже можно рассматривать как БАД. Короче, для волос, для кожи, для ногтей, для дома, для семьи. 5000. Нет, просто я хочу сказать, что вот эти витамины я знаю и пропивала их курс. И они действительно очень хорошо для того, у кого выпадают волосы, неважно по какой причине. И они также помогли с ногтями. Но у меня проблема была больше с волосами. В определенный момент у меня стали сыпаться волосы просто... Когда я рассказывала об этом своему врачу, то... Ну, ты принимала какую-то медицину, я и принимала лекарства, которые могут вызывать реакцию, как выпадение волос. И я рассказывала об этом своему врачу, и вот он мне посоветовал пить это. Вот это. И плюс я еще добавила... Блин, я выговорила. Также отдельно я еще принимала пальцы. Ну, в общем, после приема вот этих у меня витаминов очень многое нормализовалось, и все вернулось, так сказать, на круги своя. Ну, не совсем, оно не быстро это было, но оно стало возвращаться. Но именно вот эти мне наш терапевт предписывал. Угу. А вот витамин D3. В общем, витаминов очень много. Мы про витамины запишем. Да, мы про витамины будем записывать, но это просто вот, коль мы уже тут, так сказать... Нет, я просто увидела свои вот эти вот, которые я пила, в течение, я, наверное, полгода пила или больше, потому что волосы сыпались таким... Почему-то B12 сюда, вот B12 здесь стоит, где куда? B12. Сегодня хорошая скидка на витамины, вот я смотрю, по $4. И что надо еще предлагают? И детские посмотрим. Смотри, фишо, такая большая банка. Видишь, мы говорим, там будешь, конечно. Ну, так подожди, B3 ты говорила, наверное. Нет, B3. 15.99. И вот еще прибиотики. $5 скидка. Давай. Прибиотик. Вот по такой цене. Так, и что там еще? А там уже что-то собачье. В общем, мы решили взять вот такие вот. Fish oil. Дома посмотрим, что у них написано по содержанию на обратной стороне. Ну, как обычно, у нас будет распаковка, и мы там что-то распакуем. Что, таблетки будешь есть? Да, съем таблетку. Ё-моё, покажу, что я можно съесть. В общем, нас прервал какой-то телефонный звонок. Это не какой-то телефонный. Не нужен. Ну, в общем, нам хотели впарить по рекламе отдых. Так, вот такой домик стоит абсолютно недорого. $300. И можно жить. Там даже раковина есть, газовая плита. Так, ну что, двигаем. Сегодня пианино на распродаже. Серёж, какой у нас план, куда идем? План, нам нужно молоко, нам нужно Сашин динозавров тоже. Потом сок нужен. Молоко для динозавров. Да, сок детям. Детям мы вообще-то покупаем сам. Да. И что еще нам надо? Авокадо? Авокадо, мы это надо? Тоже сам. Что-то мы как-то не в тот магазин походу приехали. Походу, да. Ну, вот лодку надувную сегодня брать не будем? Сегодня нет. Я думаю, вода нам нужна. Вот. О, вода самое главное. Вот такая вот надувная лодка. Блин, у нее жесткий пол, $549. Прикольно. На нее мотор можно ставить.
Я помню, у меня была мечта купить резиновую лодку. Авокадо здесь будем брать? Ну, давай, наверное, здесь. Ну, цена, в принципе, очень хорошая. Ну, давай. А, Зайка, там же, помнишь, мы читали что-то? Мы читали, какие-то авокадо нельзя кушать. Вот смотри, что там, это можно или нет? Нет. Сегодня авокадо по 4,49. 748. По 75 центов за штучку. Это те, которые можно, да? Да, они из Мексики, из Калифорнии нельзя кушать. Случилась какая-то беда, и сейчас какое-то время нельзя кушать калифорнийские авокадо. Их отзывают из магазинов. Настольный мангальчик какой-то прикольный. Так, ну хорошо, идем в морозильный отдел за молоком. Ну вот видишь, как раз то, что надо. С космосом имеется. В общем, мы берем вот таких вот динозавров. Вот вы их видите. 3,60 сегодня на них скидка. И вместо 12,59 платим 8,99. Наш Саша изъявил покушать таких вот наггетсов. Таких наггетсов. Сказал, что они самые вкусные, поэтому идем. Вернее, берем, идем за молоком. Так, сейчас мы, наверное, будем пробовать какие-то колбаски. Зайка, идем пробовать колбаски. Почему? Stop by, give it a try, guys. It's a deal. Hello, hello. What can I get you, sir? Five chicken sausages. Back on bashom. Hopefully, I remember what I Be careful, a little hot, okay? Mix it with some macaroni and cheese. Mix it with your rice. Thank you. Вот такая вот, короче, вкусная колбаска. Обожаю ходить в Костку. Давай возьмем, пойдем молочко, где хорошо. Хорошо, я пошел за молочком. Давай. Так, молочко мы берем вот такое сегодня. Где у нас ручка? Две упаковочки. Это получается 2 галлона. Опа. Два галлона молочка. 2% по 4,99. Ну и все, в общем-то, сегодня нам в этом отделе больше ничего не надо. В следующий раз будем вот это брать. Очень полезный кисломолочный продукт. Дети его любят, но у нас он еще есть. Так, ну и собственно все. Идем грузить водичку. Цена на водичку остается неизменная. 2,99 за упаковку из 40 бутылок пол-литровых. Зачем ты взял 4? Потому что. А Зайка хочет, смотрела, пока мерз в этом самом. Что ты смотрела? Эти лежачки для собачек. Очень хорошо сделано, качественно пошито. У меня нет собачки, но так просто. Кто в ней спать будет, непонятно пока. Ладно, берем воду. Короче, смотрите, идет герой, который добыл вот мне две колбаски. Ты меня задолбал просто, понимаешь? Как ты смогла добыть две колбаски, расскажи. Вот я сейчас понимаю, что чувствуют мамы, когда ихние дети, вот они, допустим, гуляют, да, и бабушка моя все время нам подваливала, если мы приходили вот на улице, да, ну, знаете, у всех в деревне так, вы можете зайти к соседям, и мы, когда у бабушки гуляли, могли зайти к бабе Марии, допустим, да, у нее что-нибудь поесть, и мы приходили, и нам бабушка вваливала за то, что вы у чужих людей едите. Так вот, сразу это впечатление, что я начинаю понимать бабушку. Я вывела своего мальчика на прогулку, и он ест у чужих людей. Я себя чувствую некомфортно в этом. Готовь не дома. Паразит, а ты дома не ешь, нет, пошли.
пришел поесть в магазин. Ну я говорю, блин. Ребята, фу, короче, вот дорвал. Такой колбасол. И главное, что понимаете, вот если его купить домой, эта колбаса не такая вкусная дома. А расскажи про Сашин феномен. В постке он ест все, ему все да. нравится. А вот дома нет. А дома покупаем ему это, и он не хочет есть. Поэтому едим в постке. Поэтому кончает трындеть, тележка тяжело. Сейчас мусор выкину. Так, сегодня мы берем еще что? Рыбные палочки и Сашины пельмени, как можно. И мне взяла спайси зайка. Так, берем вот такие вот палочки. Сегодня на них сейлик $4. Так, вот они. Познакомимся с ними дома. И берем пельмени, которые называет Саша как мозги. Так, вот это вот так они выглядят. Скидочка 3.50 на них сегодня. Дома посмотрим, да? Расскажи, почему Саша называет их как мозги. А они после того, как сварятся, реально выглядят вот как мозги, когда где-нибудь рисуют их. Ну и все, он теперь спрашивает, мам, ты мозги мне сделаешь? Я говорю, сделаю мозги. Так вот, мимо тележки проходим спокойно. Так, вот сейчас у нас на пробе какая-то смесь. Мы сейчас возьмем две баночки. Маришка возьмет. Сразу бери две, не стесняйся, как будто себе и мне. Thank you. Так, что мы сегодня будем кушать? Блин, короче, здесь какая-то... Так, значит, вот здесь лучше видно. Короче, это получается гарнир той колбаски, которую я съел. Тут какая-то фасолька с какой-то кашкой. Ну, хоть ты за колбасой вернись. Ладно, ребята, я должен отключиться, перекусить. В общем, это было очень классное блюдо. Фасоль, кукуруза, какая-то зелень, по-моему, немножко риса. И очень много какой-то острой приправы. Вот, поэтому сейчас надо срочно найти какое-то запивалово. Вот я, кстати, вижу, впереди разливают лимонад. Лимонный лимонад, который наша дочь очень любит. Пойдем его попробуем. 2 for $5.79. Зайка, ты не будешь лимонад? Зайка, не будет. Вот, в общем, это тот лимонад, как раз про который я вам сказал. Ну, не то чтобы попробовать, а то чтобы запить. Говорил, не дабы напиться, а дабы для чего? Для здоровья или как? Что-то такое. Нам творог. Обязательно творог нужен. Вот почему в холодильник все время я? Потому что я с телефоном, зайка, извини. В общем, сегодня мы берем творог. Творог у нас в цене тоже не меняется. 4.39. Мы его уже показывали, но может дома еще разок покажем, что там, как с ним. Да зачем так по два раза, Вы подойдем здесь купальники посмотрим. Может, а многие не видели. Значит, вот я вас хочу познакомить с апельсиновым соком. Это тот апельсиновый сок? Наверное. Это тот. Ой, кушать не надо. В общем, вот, ну вот, это вообще не апельсиновый сок. Написано вот, что он органик и все дела. Стоит он недорого. Мы покупаем один галлон, получается, практически за такую цену в всем складе. Угу. И, в общем, ну вот этот, он вообще какой-то... Нам не понравился. Не понравился, может, вообще. Понравится. Ну да. Но апельсина в нем практически нет, можно сказать. Идем смотреть купальники. А там какие-то детские, наверное, взрослых нет. Я вижу, что какие-то совсем. Я тоже вижу детские. А мне надо подростки. Думаешь, там дальше не будет вешалки? Там дальше нету вешалки. Зайка. Зайка, внизу висят на взрослых, но они по и шортики висят. Вот иди смотри. А вот смотри, какая милота. Человек-паук. О, блин, кот, доедай ты уже быстрее. Надо тебе в зал записаться, подкачаться, чтобы ты могла спокойно тачку толкать. Я в зале не могу заниматься. Блин, ну здесь... А, вот шортиками, по-моему, внизу. Вот. Нет? Нет, за это не шортики, это отсюда, я понимаю. Блин. А вот и шортики, да? Оно с вилкочкой, но вообще... Мрачно. В общем, у нас скоро предстоит поездка. Проблема с купальником. Купальника нет. Проблема не с купальником. Купальник дома есть, но он мне уже не нравится. Но если он не нравится, значит его нет? Ну, значит,
Какой-то он интересный. Он и купальник в купальнике, и сверху можно шортики надеть, да? Да. Тебе такой не нравится? Ладно, будем искать. Ну, пойдем в Sam's Club посмотрим. Так, что мы хотим еще зацепить? Right, смотри. 9.99. Колян, ё-моё. Знакомьтесь, Колян. Я вообще не знаю. Может, мальчика лучше. А нет, это... Блин, это тоже прикольно. Так куда идем? Ну, нам еще нужно... Что нам нужно? Нам еще нужны питы обязательно. Это в хлебе. Так что ты сюда идешь? Ну, пройдем мимо кофе. Такое впечатление, что это не ты меня заставляешь, а я тебя. Да? А грызло никакой не берем? Грызло не берем, да? Просто смотрим, что там у нас. Кофе никакого интересного нету. Нам надо будет в бизнес-центре ловаться купить. Ладно, идем в хлеб. Так, традиционно мы берем питу. Цена на нее тоже не меняется. 3.49. Уже давно? Да. А мне кажется, мы ее покупали сразу за 3.20 день. Думаешь? Да. Да и хлеб уже. Свет погас. Темно стало. Но Костка исправилась. Костка молодец. Костка наконец-то поремонтировала свое освещение. Я могу не гулять. Хлебушек берем? Наш хлебушек стоит 7.89. Мы про него уже рассказывали. Потом повторимся. Это органик хлебушек, очень вкусный. Ну, спортивную обувь выбираю. Сейчас посмотрим. Пойдем глянем, покажем шокопайчики. Шокопайчики, да, мы сейчас подумаем, где Антошенька попросил шокопай купить. Мы просто хотим сравнить с теми, которые продаются в центрах. Не сравнить, хотя мы хотим сравнить, где, скажем, выгоднее покупать. Ну, цену сравнить, да. Еще дети любят вот такие вот панды-печеньки. Не с шоколадиком. Покупать, дождаться распродажи. Так... Купить сразу две, допустим, коробки. Да, это ж не горит. И что, нечего есть, что ли, боже мой. Так, ну вот, шокопай. Такой, который мы знали в Беларуси. Обычный, классический. Да. Ну, то же самое, видишь, написано с маршмеллоу. Нет, нет, то я... Есть... Сейчас меня интересует 48 упаковки, а там мы купили... 8.99. 12. А, ну там по-любому пишут. 12 за доллар. Да. 4 доллара. И 8 долларов. Это просто платишь за упаковку. Вот и все. Они точно такие же. Все, пойдем, значит, там батончики и десерт. У меня десерт. Кот, блин, ну там, мы такой там... еще. Наш поход в магазин превращается в Сережа ешь. Зайка, не делай мне стыдно. Тебе сделаешь стыдно. У меня время ланча. Время 12 часов. У меня ланч. Надо, зайка, переходить на двухразовое питание. Утром покушал, потом в 4 часа йогурт. Ну, правильно. Два раза дома покушал, два раза в магазине покушал. Но каждый день я не могу в магазин ходить кушать. Подожди, а что вот это вот такое интересное? Вот, кстати, да, я запаркуюсь. Да, может быть, нам вот этот шоколад? Но, я же хочу тебе... Да, я припаркуюсь, это мешаю. Вот очень шоколад, про который мы рассказывали, как вот кто смотрит наши влоги. Значит, сейчас с ценой познакомлю. Он будет стоить 6.79 вместо 9.79. 3 доллара скидочка. Вот такой вот замечательный шоколад. Значит, что прикольно, что в Америке чаще и быстрее купишь, сымитируешь, вот такой шоколад, как это сказать, кусково поломанный, нежели плитку. И, в общем, это очень даже и неплохо, и хорошо. Значит, эта упаковочка у нас... О, кстати, смотри. Тут ГМО написано, а я про глютен. Я хотел, думал, что это глютен. Нас спрашивали, есть ли глютен. Сколько здесь? 567 грамм за 6 долларов. Ну, одну пока берем, насчет второй думаем, да? Так, все. И что, давай зацепим десерт и пошли, куда мы хотели, да? Что у нас на десерт? Дай-ка тебе взять. Uh-huh. Yeah, that's what we have. Apple, cinnamon, strawberry, and blueberry flavor. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Так, один десерт мы взяли. Really good.
Не успели попробовать, как надо взять второй. Что это такое? And we're serving with strawberry jam. You get two loaves for $5.99 right here. If you'd like to take some home today, guys. Thank you. You're welcome. Так, мы не сюда идем. Так, значит, последнее, что мы взяли, это был тостовый хлебушек. Хлебушек, сделанный в тосте, с очень вкусным повидлом. А первый десерт, который мы взяли, это вот такие вот... А, как это правильно их назвать, зайка? Батончики. Я не знаю, как это правильно называется, но это очень вкусно. Я иногда с собой такое беру между парой перегрызть. Короче, батончики для снека. Ты же протеин хотел купить. Да. Пошли протеин. Пойдем посмотрим протеин. А, кстати, протеин, наверное, переехал. Угу. Да. Ну, давай. Ну, пойдем, наверное, посмотрим витамины сначала. И потом перейдем плавно в протеин. Плавно в протеин и... Потом мы еще должны успеть за ним подкушку съесть. Так, это тебе не надо. Мне не надо. А кому что показывать будем? Ну, это не витамины, да. Вот это, допустим, это... Это лекарство, больше сказать, да. Ну, пошли к витамину. Ну, ты смотри. Получается, в постке выгоднее купить все... Робитусин. Робитусин, чем в аптеке. Гораздо выгоднее. Вот так. Подожди, надо так в аптеке он получается $7 стоит один. Одна бутылочка. А здесь, видишь, здесь три получается. Угу. Две бутылки дневного и одна ночного. Причем это выгодно. $7 это будет не, скорее всего, не Робитусин, а под брендом CVS. Ну, Заня, какая разница? Ну, вот так. Как бы. Да. Я хочу детям витамины купить. А мы как, да, все переставили, видишь, Сереж, здесь всякие таблетки. Нам ставили. Вот это надо. Вот витамины. Так, ну как снимать витамины? Я, наверное, просто поснимаю, вы посмотрите, что почем, какой хоккей с мячом. Не буду их охарактеризовывать как-то. Давай. Так, в общем, что у нас есть? Есть вот такие... Витамины, это, по-моему, для сердца. Вот такая цена. Так, есть вот такие. Чуть не потеряла. Нашла? Да, конечно. Так, переходим в железо. D3. D3 это разве железо? А, D3 это ниже. А, вот железо. Не туда посмотрел. Железо 8,99. Опа. Бумажку кинул. Упал. Так, что у нас по железу? Вот у нас такое вот железо. Так, это железо. Это витамин D3. Вот. D3 сегодня скидка на него 2,50. Вот такой вот витаминчик. Так, что мы еще можем показать? Что это такое? Супер что-то.
сегодня со скидочками, $4. Так, а это у нас что такое красивое, витамин Е? Ну, очень красиво. Так. Так, что у нас еще есть? Витамин D3 другого вида. Ну, витамин D3 третьего вида. Но я не думаю, что не стоит так все переворачивать, наверное, да? Поехали вон витамин С, посмотрим, B12. Очень много витаминов, кстати, бывает. А вот сколько этот fish oil стоит, я почему не вижу? Мы же взяли какую-то банку, сколько она там стоила? Вот здесь смотри. Мы не запомнили, надо посмотреть. А сколько там витаминок и прочее? Давай сравним. Представь его сюда. Здесь 400, здесь 130. Витаминок? Да. А здесь 1300 миллиграмм, а в нашем 1400. Ну, видишь, это фирма, а это этот Киркон. Другая. Ну, Киркон это тоже хорошо. Ну, я просто говорю тебе, что... Надо нам, наверное, сравнить по цене, может быть, их? Надо пойти там посмотреть, почем мы взяли. Так, откуда это fish oil? Ну, вот оно прям. Нет. Блин, откуда я его взял только что? Сереж, ты его случайно взял в B-комплексе, вот поэтому мы цену. А B-комплекс у нас сколько стоит? А, B-комплекс мы смотрели. Мы смотрели B-комплекс 1. Сейчас посмотрим. Короче, есть B-комплекс типа оригинальный, есть B-комплекс от Kirkland. Так. А есть вот такие очень много витаминок, я начал говорить и не закончил, в виде желатиновых мишек. Ну, и желатиновые такие, как желатиновые, как гумми-беры. 230 желатина. А вообще еще есть в Америке очень много, вернее, как это сказать, сеть магазинов, которые торгуют только витаминами. Вот, там тоже очень большой выбор витаминов. Там можно, наверное, купить вообще любые витамины, которые, как говорится, есть в мире. Маришка уже сходила, наверное, узнала цену. Не узнала? И видите, они разные бывают. Вот, например, Kirkland, витамин С 1000 миллиграмм. И вот есть витамин С 500 миллиграмм. То есть процентное содержание витамина С у них разное. Разные банки, разные фасовки, соответственно, разные цены. Так, на 1000 стоит 10,99 со скидкой сегодня. А, и они просто как таблеточки. А этот вот с желатинками, $12. Там 500 витаминов и здесь 500. Какой-то интересный вот такой вот для диабетиков пак какой-то. Скидка $4 на него сегодня. Да, это комплекс витаминов. Витамин С и стоит. Сейчас, секунду, я покажу вот это вот все. Мы смотрим, это витамины для диабетиков. Опа. Так, ну расскажи, что ты доклад. Это 15,49 стоит, а это 7,49. Как-то мне кажется, что за 7,49 банка выигрывает. Ну давай. Это надо вернуть на родину Акзиана. Ну тогда занеси, пожалуйста. Ну, да. В общем, решили взять вот такую. Так, а еще у нас есть вот такие детские витаминки.
они будут стоить у нас 8,79. Они сделаны как гумми-берчики. Дети их хлопают на ура. 220 штук. Так, вот что у них есть. Вот такие полезные факты. Так, и что-то Маришка там зацепила какие-то для детей сейчас. А. Маришка взяла вот такие. За 9,99. Тоже они гамми. Гамми-гумми-беры. 160 в банке. Так, ну это, наверное, лучше показать дома, чтобы не блестело. На круглой банке неудобно, все так расписано, не влазит в этот самый. Что? А, блин, я сюда ставлю. Я сказал, что ты взяла, да? Так, и, ну, в общем, вот такие вот витамины можно. Какой-то вот такой вот комплекс. Витаминов очень много. То есть там мы почему показываем? Потому что у нас очень много раз спрашивали посмотреть витамины. Вот. Но я думаю, что будет лучше, если вы заинтересуетесь какими-то отдельными, и мы сможем их найти и покрутить. Потому что все показать тут просто невозможно. Их тут два ряда. Описать все, рассказать. На них цена вон там вверху, да? Вот такие вот. Блин, так вкусно пахнет, что-то кофе смолот. Вот такие вот 8,99. Центром покажем, все знают центром. Давай покажем центром. Да. Сейчас покажем. Ну вот, например, центром, да. Это, который для женщин за 50. 50, да. И вот ниже точно такие же мужики. Но я думаю, что они по цене, скорее всего, будут одинаковые. Белорусы? Для всех возрастов. А, для возрастов? Угу. Ну, банка круглая, тут сложно будет показать, наверное. Вопрос. Они вообще отличаются, мужчины от женщин? Наверное, чем-то отличаются, да? Почему-то на мужской баночке гораздо меньше ингредиентов, я вижу. Таблички все наполовину короче. Если ты хочешь организовать движение в защиту угнетенных. Вот еще какой-то центрум. Он уже стоит без возраста, да? А, для взрослых написано. Просто для взрослых. И просто взрослые мужчины и женщины уже не различаются. Они только в старости различаются, оказывается. В зрелом возрасте, после 50. Да? Зайка, зрелый у нас. По-моему, когда наступает? Возраст сдвинулся уже на 60. Ну, в общем, на любой вкус и цвет витаминов. В одной только костке тут немереное количество. Есть специальный магазин. Да, да, я говорил. А уже если пойти в специализированный, вот для взрослых гумми-берчиками витамины. В общем, очень много. Леженька, нам протеины. Так, что у нас по времени? 12:15, да? Протеины. Ну, пойдем мы сейчас сходим в протеины. Так, поход в костку мы закончили. Закончили его суммой. $10. Значит, эта сумма получается с таксом.
Так получается, зайка, скажи, там доллар... Доллар 66, но это за витамины, как я понимаю. Да, доллар 66, значит, вообще сумма 101? 101,44. 101,44. Значит, объясняем по поводу такса в этом чеке и по поводу налогов на продукты. То есть, я так понимаю, что, наверное, в некоторых штатах есть налог на продукты какой-то, возможно. Но я ничего по этому поводу говорить не буду однозначно. Просто вот в нашем штате, видите, вот этот вот доллар, это доллар с копеечками, это налог на витамины именно. Вот эти вот две пачки витаминов, что мы купили, они получились там порядка 17 долларов. И вот на них 9% налог. А продукты получаются без налога, поэтому вот кто задавал вопрос, вот вам ответ. Что продукты не облагаются налогом. Налогом облагаются витамины, спиртное, там, наверное, сигареты, конечно, на них свои, наверное, специальные налоги. И всякая другая техника, бытовые вещи, мебель, шмебель, одежда. На это на все идет налог 9%. Ну вот и все. А сейчас мы едем в Сэмс. Да. В Сэмс, я правильно сказала? Да. Вот так вот. Что значит человек 2 года учится в колледже? Что значит в комментариях 2 раза поправили? Да. Уже и Сэмс Клаб начали правильно говорить, да? Еще начнем говорить. Сегодня мы едем в Каск. Нет, такой... Каска все равно останется. Да. Такое впечатление, что мы едем в Каск. Пускай это будет маленькая неправильная фишка. А вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life It's My Life. Вас ждет распаковка из костки, из костка, из каски. Из каски. Из каски. Вас ждут из каски распаковки. Подписывайтесь на наш канал, подписка открыта. Не забывайте подписаться на наш инстаграм. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Чего еще не забудьте людям сделать? Будьте хорошим настроением. Да. Кто подписался, тот автоматически получает заряд хорошего настроения. И красавчик. Все, всем пока. Пока-пока, бай-бай.